приступили к комплексному обследованию технического состояния дома по исполнению протокольного решения заместителя губернатора. То есть, что будет проведено? Это натурное обследование, то есть будут определены все крены, просадка здания, начиная от грунтов, то есть все деформации, прогибы, сдвиги и так далее. Будет выдано заключение о целесообразности дальнейшего использования здания по его функциональному назначению, то есть как многоквартирный жилой дом. Будут приняты решения, есть ли необходимость в расселении, есть ли угроза опасения аварийной ситуации создания, а также приняты мероприятия по его восстановлению, если такие возможны. Вот. Примерно работы будут проводиться в течение, наверное, 2-3 недели. Это натурные обследования и 2-3 недели где-то на выдачу заключения. То есть итого порядка, наверное, около 40 дней уже будет как бы окончательный результат по данному.